Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня наш разговор пойдет по теме «Современный урок в начальной школе с использованием электронной формы учебника на основе ресурсов учебно-методического комплекса «Школы России». А рассмотрим мы на примере курса «Окружающий мир», а также немного коснемся организации внеурочной деятельности с использованием электронных форм учебника. Итак, коллеги, желаю всем плодотворной работы и хорошего настроения. Круг обсуждаемых вопросов. Обратимся к рамочным требованиям к современному уроку. Затем спроектируем совместно с вами урок с использованием ресурсов информационно-образовательной среды на примере курса «Окружающий мир». И я уже говорила, посмотрим, как организовать неурочную деятельность с использованием электронных форм учебника. Конечно, уважаемые коллеги, вот если здесь сейчас присутствуют постоянные участники наших вебинаров, кое-какие слайды у меня будут повторяться. Потому как мои коллеги также говорили об этом, Ольга Борисовна также читала ряд вебинаров и упоминала. Но говоря о современном уроке, мы не можем с вами не затронуть требования стандарта. В чем, согласно Федерального государственного образовательного стандарта, состоит основной результат образования? И, конечно, вы мне все сейчас ответите, что бесспорно, это прежде всего личностное развитие на основе становления и развития учебной самостоятельности. Начиная уже с начальной школы, а потом и в основной, а также в старшей школе, да, мы развиваем ребенка и учим его самостоятельно добывать знания. По вопросам учебной самостоятельности также состоялся ряд вебинаров, и вы можете ознакомиться с ними и посмотреть их в архиве. Что такое учебная самостоятельность? И, конечно, вы мне все наверняка сейчас ответили, это умение учиться. В начальной школе обучающиеся сначала осваивают средства учебной деятельности, так как учебная деятельность становится ведущей, и когда ребенок приходит в первый класс, то он впервые сталкивается с тем, как надо учиться, чему учиться, какие средства помогут ему при обучении. И, конечно, младшие школьники начинают осваивать роль ученика и осваивают средства учебной деятельности. А вот уже в основной школе средства учебной деятельности – это инструмент формирования «Я-концепции». А в средней школе непосредственно уже, когда школьники самоопределились, и вот с учетом самоопределения они уже начинают осваивать новые средства. Требования стандарта определяют рамки к современному уроку. И основное внимание, конечно, необходимо уделять становлению развития учебной самостоятельности младших школьников путем освоения предметного материала формирующих учебных действий. То есть освоение средств учебной деятельности мы с вами формируем на предметном материале. И основное, что просто необходимо учитывать при проектировании урока, это, конечно, включение обучающихся в деятельностное освоение учебного материала. То есть мы с вами знания не даем в готовом виде, да, младшие школьники на уроке самостоятельно приобретают эти знания, делают маленькие открытия. Учебный процесс направляем не на запоминание, да, а на понимание.
И вот сейчас мы с вами рассмотрим, как же происходит становление учебной самостоятельности. Вот опять-таки я уже говорила, что первоклассник приходит в первый класс, да, вот он начинает учиться. А умеет ли он учиться? Конечно, нет. И мы должны научить его, да, учиться. Ну, во-первых, конечно, мы обращаем внимание на что? То есть мы с вами как раз-таки работаем над тем, чтобы из одного «я» у нас стал в классе общий коллектив, да, одно сообщество. Младшие школьники начинают осваивать формы взаимодействия, да, то есть как раз-таки, как мы работать будем в коллективе, как мы друг к другу обращаемся, как мы общаемся с друг другом, вырабатываем общие правила взаимодействия. И, конечно, бесспорно, это очень важно для освоения предметных знаний, так как в дальнейшем мы будем осваивать новые знания именно в сотрудничестве. Следующий этап – это организация позиционного сотрудничества. Позиционного – это значит, то есть вот есть своя роль, своя позиция у педагога, а также есть своя роль, позиция и у ученика. И здесь очень важно координировать позиции каждого ребенка. Открытие и поиск аргументов с опорой на схему или запрос учителю. Да? Аргументы. Что такое аргументы? Это средства учебной деятельности. Запрос учителю, например, у меня получится, если я буду знать. И здесь, конечно, важно удерживать, еще раз повторяю, предметный характер деятельности. Да, то есть какую задачу решаем. Потому как, когда ребенок приходит в первый класс, то где-то до 40% детей не умеют удерживать учебную задачу и не владеют учебными формами сотрудничества. Даже если мы ставим эту учебную задачу, это не значит, что дети будут решать именно ее. То есть вот у кого есть первый класс или вот уже был набор первого класса, да, вы обращали внимание, что когда мы, допустим, задаем вопрос ребенку, а он отвечает нам совсем на другой вопрос. Да? Поэтому очень важно как раз-таки учить ребенка удерживать задачу. Для этого необходимо спрашивать у детей, а ты какую задачу решил, на какой вопрос искал ответ, а на какой вопрос необходимо было отвечать. То есть таким образом удерживать предметность действия. Педагог не является единственным носителем новых знаний. Если педагог замыкает все на себе, то обучающийся продолжает учиться на доучебных формах сотрудничества. Они не могут определить границу знания, незнания, не могут оценить свои действия. И вот тут, конечно, мы говорим о формировании оценочной самостоятельности, самооценка и рефлексия. Да? В современном образовании это очень важно, потому как ребенок определяет для себя, то есть если у ребенка выработаны рефлексивные умения, то он определяет для себя область своего знания и область незнания, что ему еще необходимо узнать. И, конечно, итогом такой работы станет то, что младшие школьники научатся видеть задачу. Они могут предполагать, да, что я могу выполнить эту задачу. И могут ответить, да, вернее, могут каких знаний определить, могут определить, каких знаний им не хватает для того, чтобы решить ту или иную задачу. Ключевым решением проблемы является поисковая активность детей. И создание условий для включения обучающихся в активную поисковую деятельность, как раз-таки для этого педагог
используют определенные методы, определенные приемы, которые находятся у него в арсенале. И вот тут как раз-таки немного ранее я уже затронула в нашем разговоре, да, доучебные формы сотрудничества. То есть ребенок не может сформулировать образовательный запрос. Первоклассник, который только вот начинает учиться, да, он способен к эмоциональному взаимодействию. То есть мы видим, как смотрят дети нам в глаза. Естественно, этот ребенок умеет играть по правилам имитации. Да? Делай вместе со мной, а теперь делай сам, но так же, как я. И вот как раз-таки пришедший в школу ребенок, он начинает демонстрировать учителю свою готовность и способность имитировать любые образцы, что позволяет учителю начать не просто доверительные, но деловые отношения с классом, так как способность к имитации – это основа делового сотрудничества. А кто такой ученик? Ученик может распознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостает для решения и что именно он не знает или не может. Так вот, формула образовательного запроса ребенка, который еще не стал учеником, «я не знаю, у меня не получится, помогите мне», да, а тот ребенок, который уже... умеет учиться, да, то есть вот он стал учеником, естественно, формула образовательного запроса «у меня получится, я смогу, если я буду знать или уметь следующее». И вот тут мы говорим о том, что ученик – это школьник не столько умело отвечающий, сколько умело спрашивающий, да, и не просто спрашивающий, но и который еще умеет задавать вопросы, гипотезы. И, конечно, начиная уже с первого класса, тем более это касается вот курса «Окружающий мир», как раз-таки мы и учим буквально с первых уроков задавать вопросы о том, что интересно, что бы ты хотел узнать об окружающем мире. Я уже говорила, что учитель является не просто хранителем знаний, но также он активен в их передаче. Но в современном образовании активен не только педагог, но и активны сами участники образовательных отношений, да, то есть активные ученики. И ученик – это субъект совместной учебной деятельности. Но может ли он, в состоянии ли он осуществлять ту самую учебную деятельность без помощи взрослого? И вот опять, я уже ранее говорила об игре, да, вот, то есть первоклассник, ведущая деятельность у него была игровая в дошкольном возрасте, и вот когда он пришел в школу, да, я говорила, если он еще не стал учеником, в имитационном сотрудничестве, вот если еще наш школьник находится именно вот на уровне дошкольника, да, значит, в имитационном сотрудничестве выхолащивается содержание понятий, да, то есть исчезает. То есть в игре, в игровом сотрудничестве выхолащивается содержание. Что это значит? То есть значит, ребенок не удерживает предметность действия. То есть он как бы играет, продолжает играть. Да? А вот при имитационном сотрудничестве будет освоена только репродукция. Что это значит? То есть это значит, что исчезает рефлексия. И ребенок не может понимать,
на каком уровне вот знаний он находится и каких знаний ему еще не хватает для того, чтобы двигаться вперед. И вот как раз-таки мы говорим сегодня о самостоятельности. И вот самостоятельность – это не только умение обходиться без посторонней помощи в стандартных ситуациях, да? Но и самостоятельность – это еще как учебная независимость, то есть способность критично оценивать качество помощи, которое предлагается взрослым, учебникам или же другим источникам. И самостоятельность – это также еще, можно сказать, учебная инициатива, которая направлена на совместный поиск новых способов действий, способность задавать содержательные вопросы в ситуации, когда обнаруживается недостаток собственных знаний. Таким образом, речь идет о становлении учебной инициативы и независимости. И вот как раз-таки для того, чтобы учебное сотрудничество было успешным, и вот чтобы вот эта триада состоялась, учитель, задание, ребенок, то необходимо координировать позиции и удерживать предметность действий, да, каким образом я уже говорила, постоянно спрашивать ребенка, да, вот а ты на какой вопрос отвечаешь, а ты какую задачу решаешь, и, конечно, инициировать совместные действия. Учебное сотрудничество мы сейчас с вами разобрали со взрослыми, да, а вот теперь посмотрим на учебное сотрудничество со сверстниками. Конечно, это является действенным средством, вот именно учебное сотрудничество со сверстниками, при развитии самостоятельности у учащихся начальных классов. И вот тут на помощь нам как раз-таки приходит групповая форма работы. Именно группа детей изначально является инициатором учебного сотрудничества со взрослыми. И как раз-таки группа детей и снимает парадокс взрослого, да, вот как первоисточника и побудителя детской самостоятельности, но и ее ограничителя. И вот как раз-таки говорить о полноте самостоятельности, да, мы можем тогда, когда именно свои вот какие-то взрослые функции мы передаем ребенку, а именно функции контроля, оценки, целеполагания, планирования, координации. И, конечно, именно в группе детей ребенок и учится сначала, да, обучение происходит в группе именно функциям контроля, оценки, целеполагания, планирования, координации, ну а затем уже выходим на индивидуальную составляющую. Ну и, конечно, говоря об учебной самостоятельности, мы не можем сказать и о сотрудничестве с самим собой. Конечно, совершенствовать себя, учить себя. Это значит строить отношения с самим собой, меняющимся. То есть вчера я думал не так, как я думаю сегодня, да, и действую сегодня я по-другому. Обучаем, конечно, детей предельной дифференциации. Дифференцированной самооценки, сравнению своих вчерашних и сегодняшних достижений. При этом самооценка ребенка, мы с вами знаем, да, должна опережать
оценку учителя. И мы представляем ребенку право выбора, да? Выбор аспекта оценивания, задания или способа действия и взаимодействия. Но главный выбор, который делает ученик в процессе обучения, это выбор собственной точки зрения. И вот тут как раз-таки мы говорим о проектной деятельности. Как раз-таки говоря о проектной деятельности, мы знаем, что она формирует все универсальные учебные действия, в том числе и ребенок также может оценить себя с разных сторон. Обратимся к рамкам, которые задают нам требования к уроку. В современном образовании планируемые результаты и система оценки являются системообразующим фактором. И обучающийся знает, к чему стремиться, какой результат необходимо получить в ходе изучения темы или отдельно взятого урока. Планируем результаты начального общего образования, оценка достижения планируемых результатов, рабочие программы, в которых зафиксированы цели, определена деятельность обучающихся, учебник и другие компоненты информационно-образовательной среды помогают нам спроектировать урок с ориентацией на результат, который мы с вами предполагаем получить. Какие метапредметные результаты мы можем формировать при изучении того или другого предметного материала? В этом помогут разобраться. В этом вопросе помогут разобраться следующие пособия. Они перед вами. Мои коллеги также рекламировали их. И, конечно, бесспорно, эти пособия ценны, потому как даются практические советы, как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. Александр Григорьевич Асмолов, или же «Развитие учебной самостоятельности», автор Галина Анатольевна Цукерман, «Форма оценивания», «Проектные задачи в начальной школе» и «Проектная деятельность». Бесспорно, эти книги помогут вам спроектировать современный урок, тем более начинающим педагогам. Говоря о современном уроке, мы с вами сегодня обратимся к инновационным практикам на уроке. К инновационным практикам обучения мы отнесем, во-первых, сами планируемые результаты и систему оценки их достижений. При проектировании конкретно взятого урока мы ориентируемся на результаты, что наши обучающиеся узнают, чему научатся, какие умения мы будем развивать, какие действия формируем, какие виды деятельности будем включать, а также учебные ситуации, которые помогают нам включить детей в учебную деятельность. Это совместная учебная деятельность. Учебные задания для формирования личностных и метапредметных действий. Отбираем с вами необходимые задания согласно тех планируемых результатов, которые обозначили в начале урока. Да? Это формирующая оценка, которая позволяет ученику самому включиться в оценочную деятельность, а не ждать, когда учитель укажет на ошибку. Интеграция знаний. Мы не просто знания получили, мы видим, где эти знания мы можем применить в жизни, где мы можем их использовать. И индивидуализация обучения. Несмотря на то, что младшие школьники обучаются в коллективе, но каждый из них
имеет определенный результат, определенные свои достижения. Ну и, конечно, использование информационно-коммуникационных технологий. Рамочные требования при проектировании урока. О чем нам надо с вами помнить? Во-первых, строим урок как систему учебных заданий и учебных ситуаций. Да? То есть отбираем учебные задания и учебные ситуации, которые помогут включить обучающихся в учебную деятельность. Организуем позиционное сотрудничество учащихся и поисковую деятельность через совместное обсуждение, проектную, исследовательскую, ну и другие формы. Организуем оценочную деятельность учащихся, учитываем основные этапы освоения знаний, осознание смысла изучаемого, отображение понятого смысла с помощью опорных знаков, символов, отработку и применение. То есть вот отображение, да, вот на Б хочу обратить ваше внимание, понятого смысла с помощью опорных схем, знаков, символов, для того, чтобы увидеть, понял обучающийся материал или нет, мы предлагаем представить знания в виде схем, в виде таблиц. И, конечно, основным этапом усвоения знаний является их отработка и применение. И вот тут я еще хочу обратиться к учебным заданиям. Вот сейчас вы видите перед вами учебное задание, но это идеальное учебное задание. Но мы с вами понимаем, что в учебнике поместить идеальное задание невозможно. И учитель четко, когда отбирает учебные задания, он видит, на какой планируемый результат работает это учебное задание, сколько времени понадобится для выполнения этого учебного задания, инструкция, да, вот, у этого учебного задания. И еще, конечно, мы с вами знаем, что учебное задание любое мы можем с вами дополнить, с учетом как раз-таки тех результатов, которые мы обозначили в начале урока. Итак, идеальное учебное задание содержит необходимые компоненты. Во-первых, это характеристика задания, это планируемые результаты. Мы видим мотивационную часть, само содержание, это условия, то есть информационная часть, вопрос, это командная часть, инструкция по выполнению, да, это ответная часть. Образец или описание ответа, критерии оценки, методический комментарий и время выполнения задания. Говорили мы с вами об учебных ситуациях. И вот тут я привела пример учебной ситуации, которая поможет инициировать образовательный запрос обучающегося второго класса. Это учебная ситуация из системы «Перспектива», технологические карты. В данном случае я использовала. Итак, так как основная педагогическая задача – это инициировать детское действие обучающихся. И вот пример. Аня и Ваня принимают участие в международном конкурсе экологического плаката «Планета. Наш общий дом». Работа Ани и Вани была призвана одной из лучших. Их пригласили на торжественное чествование победителей. К празднику наши герои должны успеть подготовить презентацию с рассказом о России. Аня и Ваня составили рассказ презентации, но он получился не о России. Можете ли вы рассказать о своей стране так, чтобы участники конкурса захотели с ней познакомиться и приехать? Да? То есть вот посмотрите. Опять-таки мы обращаемся к учащимся, то есть не напрямую, да, а вот именно в результате учебной ситуации. Есть ли у вас желание составить рассказ о России и помочь ребятам?
И, естественно, вот он уже образовательный запрос. Да, я хочу помочь Ане и Ване, а для этого что мне необходимо? Естественно, какие знания для этого мне необходимы? Но я думаю, это понятно, и наверняка каждый из вас использует в своей практике различные ситуации. Вот тут на следующем слайде я представила линию учебно-методического комплекса «Окружающий мир», автор Андрей Анатольевич Плешаков. Мы видим, что, во-первых, это учебники, это рабочие тетради, да, компоненты информационно-образовательной среды, это электронные приложения, которые доступны для скачивания на сайте издательства, также это тесты для диагностики, для обратной связи, тетрадь «Учебные достижения», проверочные работы и научный дневник, который в четвертом классе выпускается отдельным пособием. И, конечно, это методические рекомендации. Бесспорно, все эти составляющие информационно-образовательной среды помогут нам спроектировать современный урок. Но прежде чем приступить к проектированию урока, обратимся к памятке по разработке урока. Что делаем сначала? Определяем цели и задачи, и здесь пользуемся компонентом информационно-образовательной среды, это рабочие программы. Подбираем учебный материал из учебника, выбираем обобщенные схемы опоры, и тут помощник нам учебник. Подбираем учебные ситуации и учебные задания, в том числе для формирующей оценки, на основе компонентов учебно-методического комплекса. И продумываем ход урока, составляем сценарий урока. Сразу скажу, что сейчас мы с вами попробуем спроектировать урок окружающего мира во втором классе по теме «Живая и неживая природа». Определим место урока в содержании курса. Итак, изучение темы «Живая и неживая природа» входит во второй раздел «Природа» по программе «Окружающий мир», автор Андрей Анатольевич Плешаков. На изучение этого раздела отводится 20 уроков. И вот тут, вы видите, я привела страничку из методических рекомендаций. Определяем цели и задачи урока. Опираемся прежде всего на планируемые результаты начального общего образования. Затем конкретизируем их при помощи рабочей программы. Обращаю внимание, что привела также, поместила на слайд страничку из рабочей программы. Да, мы видим раздел «Природа», 20 часов. Давайте посмотрим на фрагмент рабочей программы. И видим, что слева это темы, которые входят в разделы примерной программы, да? «Неживая и живая природа». Столбец в середине, второй столбец, это авторское планирование. А слева мы видим характеристику видов деятельности, то есть тот, чему будут учиться младшие школьники на уроке, да, что они вот на конкретно взятом уроке, чему они будут учиться, понимать учебные задачи раздела, классифицировать объекты природы по существенным признакам, различать объекты неживой и живой природы, да, и так далее. И вот как раз-таки мы видим, что здесь представлены и предметные, и метапредметные результаты. Но вот как раз-таки метапредметные и личностные результаты мы с вами будем формировать на основе позиционного сотрудничества, оценочной деятельности и поисковой активности. Какие же предметные цели урока я определила? Это, во-первых, различать объекты живой и неживой природы, называть признаки живых существ, устанавливать связь между живой и неживой природой, приводить примеры объектов живой
и неживой природа. Метапредметные и личностные цели и задачи занятия. То есть мы продолжаем с вами формировать универсальные учебные действия в контексте освоения навыков учебного сотрудничества. То есть организуем групповую работу, да, организуем на уроке парную работу, оценочную самостоятельность и развиваем поисковую активность. В каких случаях? В ситуациях, которые предполагают позиционное сотрудничество, да, то есть вот как раз-таки в ходе совместной работы в парах, в малых группах, на основе использования познавательных действий и как раз-таки с опорой на знаково-символические средства. И в ситуациях, которые требуют самостоятельных оценочных суждений. В ходе фронтального обсуждения, в ходе индивидуальной работы или же в совместной работе при само- и взаимооценке. И ожидаемые результаты урока. Учащийся научится различать объекты живой и неживой природы, называть признаки живых существ, устанавливать связи между живой и неживой природой, приводить примеры объектов живой и неживой природы. Учащийся продолжит учиться выделять существенные признаки и классифицировать объекты, заполнять таблицу в рабочих тетрадях, анализировать существенные признаки живых существ, формулировать выводы из изученного материала, использовать в учебной деятельности навыки позиционного сотрудничества, самооценки и рефлексии. Какие задания мы будем подбирать к занятию? Обучающие. То есть с теми задачами, которые мы с вами поставили, да, с предметными и метапредметными задачами. А часть из них мы будем использовать для формирующей оценки в соответствии с результатами, которые мы ожидаем получить от обучающихся. Какие учебные ситуации мы будем с вами планировать? Фронтальное обсуждение с использованием знаков взаимодействия, работу в парах или малых группах и индивидуальную по самооценке. Ход занятия, да, вспомним, вот каков он. Ну, естественно, организационный момент, актуализация, проблематизация, мотивация, первичное ознакомление, освоение нового, первичное закрепление, подведение итогов, рефлексия, а также, значит, уделяем время на формирующую оценку, ну, естественно, физкульт-минутки по ходу урока. Итак, основные этапы урока. Проблематизация, актуализация, мотивация. Основная цель. Включаем в учебную деятельность. Что же будет итогом? Это осознание проблемы и самостоятельная постановка учебной задачи. Ну вот вы видите здесь на слайде возможные формы работы. Это и фронтальная работа с классом, это различные учебные ситуации, дидактические игры, проблемы, опыты и использование ИКТ, работа с готовыми электронными образовательными ресурсами. Но мы сегодня с вами, напоминаю, работаем с электронной формой учебника. Итак, как можно включить в учебную деятельность, непосредственно используя электронную форму учебника и другие компоненты информационно-образовательной среды. Вот вы видите, сейчас мы с вами находимся в моей учебнике. В левом верхнем углу мы видим обложку учебника, по которому работаем. Это «Окружающий мир», второй класс.
Во второй колонке мы видим содержание и тема раздела «Природа». И основной рисунок мы видим. И вот как раз-таки, как можно включить обучающихся в учебную деятельность, да? Ну вот сначала можно поработать конкретно по данной иллюстрации. Предложить детям, пусть они выскажут свои предположения. Что изучается в этом разделе? Что такое природа? Что необходимо растениям и животным для жизни? А затем уже непосредственно мы с вами переходим к целевым установкам этого раздела. И вот тут можно с целевыми установками поработать, используя знаки, символы, то есть плюс, минус или знак вопроса, да, вот работая именно со шмуцтитулом, вот с этой страничкой заглавной, которая открывает раздел. То есть, например, будем различать объекты и явления неживой и живой природы. Если дети, допустим, знают, если они умеют различать, они могут показать знак, допустим, плюс, да, то есть вот это я знаю, это я умею, или я это вот еще не знаю, я это не имею, знак минус, например, да, проводить наблюдения и ставить опыты, да, ну и вот так далее, сравнивать объекты природы, делить их на группы, умею я это делать или не умею я это делать. И вот здесь как раз-таки преимущество электронного учебника какое? То есть, может быть, ребенок не умеет, и он хочет об этом узнать. То есть, допустим, вот знак вопроса он нам показал, он хочет больше об этом узнать. Он может кликнуть на содержание раздела и поместить вот этот результат, или вот эту целевую установку, да, он может поместить в закладке. А затем, когда уже изучится тема, когда на обобщающем уроке ребенок может обратиться к закладке, посмотреть, чего он не знал, чего он не умел, или что ему было интересно, и вот насколько он овладел уже этим знанием, да, и вот можно устроить такой вот обмен информацией, обменяться, то есть я вот узнал, и вот даже я больше узнал где-то из каких-то других источников. Ну а теперь непосредственно переходим к самому уроку «Неживая и живая природа». Как включить обучающихся, чтобы они действительно захотели изучить тот материал, который предлагается? Ну вот, первый способ – можно обратиться сразу к ресурсу тетради и предложить им выполнить задание под номером 1. Варианты выполнения задания вы видите либо индивидуально, либо в паре. И затем уже, когда ребята выполнят это задание, да, мы проводим рефлексию. Трудно ли было выполнить задание? Да? А почему было трудно выполнить задание? Какие знания вам понадобились, чтобы выполнить это задание? Как вариант, да, и вот таким образом подводим к целевым установкам урока. Либо мы с вами рассматривали уже пример учебной ситуации. Так вот, можно, например, также включить обучающихся, используя учебную ситуацию. К примеру, в школе был объявлен конкурс фотографии «Природа. Дивная краса», который включал две номинации – объекты живой природы и объекты неживой природы. Надя сделала фотографии природы, решила принять участие только в первой номинации. Она попросила Сережу помочь отобрать необходимые снимки. На вопрос Сережи, чем объекты живой природы отличаются от объектов неживой природы, Надя ответить не смогла. И вот тут мы обращаемся уже к ребятам. В какой помощи нуждаются ребята? Каких знаний, умений им не хватает? Что нам нужно знать, чтобы им помочь? Что уметь? Ребята, а хотите ли вы помочь Сереже и Наде? И вот как раз-таки здесь анализы ответов детей сводим к тому, что необходимо знать, какая бывает природа, уметь различать объекты живой и, соответственно, неживой природы.
Затем можно обратиться к учебнику. То есть вот еще как вариант, да, то есть третий способ, как можно непосредственно сразу обратиться к электронному учебнику, галереи изображений и организовать так задание, да, то есть детям опять либо индивидуально, либо в парах, либо фронтально, чтобы ребята сами попробовали определить, какие объекты относятся к живой природе, а какие объекты вот в галерее, которые помещены, относятся к неживой природе. Ну и опять-таки, затем проводим рефлексию. Трудно ли было выполнить задание? И опять-таки, какие знания понадобились, чтобы выполнить это задание? Затем постановка целей урока, да, можно обратиться к печатной форме учебника. То есть мы видим сверху электронный учебник. Если мы кликнем «Печатная версия учебника», то мы окажемся на страничках печатной версии. И вот тут как раз-таки мы можем обратить внимание детей на те целевые установки, которые предлагает нам муравейшник. То есть ребята высказали, да, свои предположения, чем мы будем заниматься, и уточним еще, чем же предлагает, какие целевые установки урока предлагает муравьишка. То есть конкретизируем по печатной форме учебника. Следующий этап – это включение в целенаправленное действие. То есть мы с вами обозначили проблему. Совместно выработали целевые установки урока. Следующий этап – это первичное ознакомление. Итогом этого этапа станет осознание смыслов, самостоятельное открытие нового знания. Но опять-таки мы все с вами понимаем, что открытие нового знания – это конкретно для детей. Да? То есть... Потому что обучающиеся открывают то, что существует уже в окружающем мире достаточно давно. Что природа бывает живая, неживая, что живая природа не может существовать без неживой природы. И какая взаимосвязь между живой и неживой природой. Как работаем, да, вот как организуем работу? Конечно, в парах, малых группах, учитель консультирует. Учитель организует либо учебные ситуации, либо ИКТ-ресурсы. И вот используя как раз-таки электронную форму учебника, можно предложить детям такую работу, либо в парах, либо в малых группах. Да? Учитель предлагает кластер на парты и галерея изображений. Ребятам необходимо подумать, чем живая природа отличается от неживой. И, конечно, свои размышления поместить в кластер. Затем предложить, ну, естественно, кто справился с работой, кто не справился, выслушать детей, кто справился, и обратить внимание к страничкам для самопроверки. То есть ребята могут проверить себя, правильно ли они предполагали, да? То есть как раз-таки признаки, присущие живой природе. Какие? Природа живая дышит, питается, растет, приносит потомство и умирает. Далее можно опять-таки обратиться вот такой к учебной ситуации. Сережа и Надя не знают, связана ли между собой живая и неживая природа. И вот тут, конечно,
Младшие школьники наблюдают, выявляют связи между живой и неживой природой. В электронном учебнике есть иконка. Кликаем на иконку и открывается иллюстрация, по которой ребята работают. Они ее рассматривают и объясняют, да, то есть может ли живая природа существовать без неживой. Как можно работу организовать? Либо индивидуально, либо в парах. Затем можно обратиться к ребятам и попросить их найти в электронном учебнике и прочитать о связи живой и неживой природы, да, найти информацию в электронном учебнике. То есть вот те выводы, которые они предположили ранее, сравнивают с информацией в учебнике. Вот ранее я говорила, что мы для лучшего понимания материала используем схемы опоры. И вот как раз-таки во второй иконке кликаем и обращаемся к схеме. Ребята по схеме пытаются объяснить связи живой и неживой природы. Что обозначают стрелки на этой схеме. Ну а затем проверяют себя на страничках для самопроверки. Следующий этап – включение в тренировочную деятельность. Итогом этого этапа станет освоение нового знания, способа действия на уровне исполнительской компетенции. Как правило, это самостоятельная работа, или же это учебные ситуации, или работа с тренажерами, или другими ИКТ-ресурсами. Что предлагаю на этом уроке? Обратиться прежде всего к рабочей тетради. Задание первое, да, если мы его не брали на проблемную ситуацию для включения обучающихся, да, то можно его взять именно на отработку и закрепление. Вот я так посчитала, да, что именно это задание как раз-таки поможет закрепить у обучающихся знания о живой и неживой природе. Задание третье также, значит, закрепляет знания учащихся о живой и неживой природе. Плюс еще мы видим, что можно, ребенок сам себя проверяет, сам себя оценивает, да, то есть мы видим «проверь себя» с помощью учебника. В учебнике «Эталон» мы можем обратить к электронному учебнику, и ребенок себя проверяет по электронному учебнику. Вот задание 3, например, можно выполнить индивидуально, задание 1 можно выполнить в паре, и задание 6, вот оно достаточно интересное, да, и я думаю, вот его можно организовать, выполнение этого задания именно в группе. И вы видите, что восклицательный знак, то есть это задание повышенной сложности. Поэтому целесообразнее, конечно, чтобы дети работали в группе. Задание интересное и как раз-таки работает на то, что младшие школьники учатся находить связи между живой и неживой природой. И не только находить эти связи, но и отображать с помощью рисунков и с помощью схем. Как раз-таки те метапредметные умения, которые мы обозначили в начале урока на предметном материале. Следующее. Я говорила, что часть заданий мы отводим на формирующую оценку. Значит, оценка может быть по ходу урока, либо в конце урока. Мы знаем с вами много средств для самооценки, и одно из них – это волшебная линеечка. Ну вот, например, вернемся назад к слайду. Ну, например, первое задание
где ребятам необходимо подчеркнуть карандашами разного цвета по своему выбору объекты неживой и живой природы, в принципе, можно как инструмент использовать волшебную линеечку Демба-Рубинштейна. И мы видим, что критерий обозначен правильность. Критерий, конечно, совместно вырабатывается с младшими школьниками. И уровни, да, уровни тоже четко проговариваются. Дети знают, самый высокий уровень — нет ошибок, низкий уровень — совсем не справился. Далее почти все правильно, либо 3-4 ошибки или 1-2 ошибки. И ребенок уже знает, где, на каком вот конкретно уровне он находится, как он выполнил это задание, допустил он ошибки, и вот он может себя оценить с помощью этого инструмента. Либо можно использовать те же самые смайлики, которые предлагает Андрей Анатольевич Плешаков. Вы видите, что он, эти смайлики также заложены в инструментарий учебника. Но немножечко другая интерпретация, да, вот при самооценивании письменных работ. К примеру, опять-таки договариваемся, то есть желтый смайлик выполнил правильно, допустил 2 ошибки и не справился с заданием. Следующий этап – это отработка и закрепление. Здесь мы с вами можем использовать те самые тренажеры, которые вшиты в электронный учебник. Как можно работать? Ну, можно организовать самостоятельную работу. И вот тут мы с вами видим, что младшие школьники с помощью этого тренажера, значит, им предлагается разделить фотографии на две группы: объекты живой природы и объекты неживой природы. Да? То есть классифицируют объекты неживой и живой природы по существенным признакам. А признаки они выводили сами. Да? Или можно использовать второй, да, тренажер, вот как вариант. Классифицируем объекты живой и неживой природы. Соотносим фотографию и название этого объекта. Следующий этап – это включение, это обобщение, систематизация и применение. Цель включения в продуктивную деятельность. Итогом станет освоение нового знания или способа действий на уровне их произвольного использования в ситуации, максимально приближенной к реальной. Да? То есть как раз-таки мы говорим здесь об интеграции и о переносе знаний. Как правило, это проектная деятельность, последующие презентации, учитель-консультант, участник-организатор, но проектная деятельность у нас еще как бы далеко, мы только начали с вами раздел. Это учебная ситуация, составляем обобщающую таблицу, виртуальный музей, путешествия, летопись, электронное пособие, подарки и так далее. Что можно предложить конкретно взятого урока? Ну вот, например, такую учебную ситуацию. Пробуем себя в роли авторов учебника. Задание детям предлагаем: придумай пару объектов живой и неживой природы. Например, мышка, зверек и компьютерная мышь. И вот обратите внимание, если мы кликнем на объекты, то слово «объекты» у нас, соответственно, выделяется. Да? Мы попадаем в закладки, и вот как раз-таки в закладках, в учебнике, дети могут писать объекты живой и неживой природы и приводить свои пары слов. Следующий этап –
это, мы говорили с вами, диагностика, контроль, самовзаимооценка, формирующая оценка и рефлексия. То есть обратная связь. Для учителя какая цель? Это прежде всего получение данных для корректировки или индивидуализации обучения, а для ученика это самоопределение, постановка личных, познавательных задач. Вот еще раз повторяю, да, может быть как самостоятельным этапом занятия, так и частью какого-либо другого этапа. Итак, на диагностику конкретно данного урока можно использовать тесты, второй класс. Можно предложить, например, по вариантам детям, например, задание 13 и 15, первый вариант, задание 14 и 16, выполнять второй вариант. Соответственно, дети проверяют и видят, насколько они освоили данный материал. Планируем подведение итога далее занятия, вырабатываем рефлексивные умения, вспоминаем ход занятия, последовательность отдельных действий, оцениваем правильность и самостоятельность работы, в ходе которой сделали маленькие открытия, соотносим с выводом в учебнике и оцениваем, такой ли результат получили. В то же время, вот тут вы видите, я привела пример из печатной формы учебника. Можно использовать тот инструментарий, который заложен. Это контрольные вопросы, также смайлики, затем общий вывод. Либо учитель может на доске, к примеру, написать: понял хорошо, могу научить другого, понял хорошо, понял, но есть вопросы или не понял. И ребята вот с помощью стикеров также могут показать на доске, разместить свой смайлик, разместить свой стикер. И вот тут как раз-таки учитель уже четко видит, как освоен материал данного урока. Особые требования к уроку – это прежде всего смена видов деятельности, это возрастосообразная продолжительность отдельных видов работы, чередование периодов умственной работы и восстановления, а также содержательное смысловое планирование восстановительных периодов на уроке. Ну, естественно, вот, говорила, когда вам показывала, естественно, что вот конкретно этого урока, какую физминутку можно предложить? Ну, например, для того, чтобы дети еще хорошо, да, вот именно освоили живое и неживое, ну, тут уже, конечно, учитель может по-разному, либо называет объекты живой природы, дети хлопают в ладоши, объекты неживой природы, ребенок приседает, да, то есть разные варианты могут быть. Ну, вот один из вариантов, как использование динамической паузы такого характера. Вот сегодня мы рассматривали с вами, как можно спроектировать урок при помощи электронной формы учебника. Но вы знаете, что каждый понедельник идут открытые уроки с просвещением, с использованием электронной формы учебника. И видеоуроки размещены на сайте издательства. Вот уже вы можете посмотреть непосредственно урок математики второй класс по учебно-методическому комплексу «Школы России». Тема «Длина Луманой». Провела этот урок учитель Анна Александровна Афанасьева. Урок интегрированный. Значит, интеграция математикой и окружающий мир. Урок достаточно интересный. Получился живой. Вот если, конечно, у кого-то возник интерес, пожалуйста, ссылка есть
можете в любое время обратиться к этому ресурсу и посмотреть. Либо урок «Окружающий мир» второго класса, тема «В гости к зиме». Провела этот урок Анна Изенкина, студент третьего курса Московского городского педагогического университета. Урок также интегрированный, но уже с литературным чтением. Достаточно интересные приемы, достаточно интересные методы использования электронной формы учебника представлены в этих открытых уроках. Поэтому, если у вас выпадет свободная минутка, заходите на сайт, открывайте и смотрите в целях самообразования. Вот мы поговорили с вами сегодня об уроках с использованием электронной формы учебника. Но федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует образовательные учреждения на создание условий для воспитания и формирования личности обучающегося, которая способна успешно жить в информационном быстро меняющемся мире, ориентирует на развитие у детей способностей и универсальных учебных умений, которые помогут в дальнейшем им самоопределиться в той или иной социокультурной ситуации. И вот достичь такой результат за счет только освоения предметных программ, то есть базового основного образования, практически невозможно. Необходимо использовать возможности внеурочной деятельности, в которой каждый ребенок имеет право на самореализацию и может проявить свою уникальность. И я сейчас хочу продемонстрировать, как можно использовать электронную форму учебника вот именно во внеурочной деятельности. И сейчас всех приглашаю в музей «Русская изба». Это школа номер 1191. Мало того, я хочу сказать, что это большой комплекс, и в этой школе 5 музеев разного направления. И вот почему так важно, почему мы сегодня говорим именно о музейном воспитании? Потому что, наверное, скорее всего, музеи как раз-таки и призваны сыграть большую роль в воспитании молодежи, потому что они своего рода книга памяти. И сегодня школьные музеи переживают свое второе рождение. Бесспорно, росту музеев школьных способствует интерес педагогов, интерес учащихся к глубокому и всестороннему изучению истории и культуры как своего региона, так и Отечества и всего мира. А скромные коллекции школьных музеев оказываются незаменимыми в воспитании, так как способствуют формированию учащихся гражданско-патриотических качеств, чувства любви к малой родине, уважения к опыту предыдущих поколений. У школьников формируются практические навыки поисковой, исследовательской деятельности, развивается инициатива, общественная активность. Музейные уроки предоставляют большие возможности для организации самостоятельной и творческой работы учащихся. И вот сейчас мы посмотрим с вами несколько фрагментов внеурочного занятия, которое провела Ольга Борисовна Добрикова, учитель начальных классов. Тема внеурочного занятия – создание электронной книги «Предметы русского быта». Я прошу для этого открыть учебник «Окружающий мир». Найдите, пожалуйста, учебник «Окружающий мир», часть вторая. А тему я прошу открыть «Жизнь древних славян». Спасибо, молодцы, справились? Хорошо. Посмотрите, ребята, здесь есть
текст из вашего учебника. Собственно, мы это уже все проходили с вами, читали, да? Но сейчас я хочу, чтобы вы напомнили себе, мне о том, как жили древние славяне, какие особенности природы были вот в те времена на восточноевропейской равнине. Так, ну, Доминик. Место для поселения выбирали безопасное, пригодное для жилья, вблизи реки, где-нибудь на пригорке, обычно на прибрежном холме. Спасибо большое. То есть около реки. Да. Как вы думаете, а в связи с этим, какие были особенности быта? Что могло развиваться, какие ремесла могли развиваться около реки? Нажмите, пожалуйста, на галерею, и вы увидите картинку, иллюстрацию к тексту. Посмотрите, откройте ее. Вот ту, которую я показываю на экране, видите? Рассмотрите внимательно. Итак, ремесла, мы сказали, рыболовство, бортничество. Еще какие ремесла, как вы думаете? Посмотрите, пожалуйста. Ангелина? Охота. Так, Ванечка, еще? Судоходство. Ну, судоходство, наверное, еще пока рано, да, судоходство. Еще только первые осваивались возможности плавания на лодках, да, еще кораблей-то не было в те времена, если говорить о жизни древних славян. Соня? Животноводство. Древние славяне, Разводили животных. Животных, хорошо, спасибо большое. Выйдем опять в галерею и давайте пролистаем несколько иллюстраций и увидим. Вот выберите для себя какую-то одну из иллюстраций, которая показывает, какие ремесла развивались. Выбирайте себе то, что вам больше подходит. Пожалуйста, Ваня Яценко, скажешь, Ванечка? Они взяли из лозы. Из лозы. Из коры? Ну тогда. Да. Угу. Называется лозоплетение. Так, то есть из лозы что делали, Ваня? Что делали? Плели корзины, различные принадлежности. А ну-ка посмотрите, а у нас в нашем музее ведь не просто мы сюда пришли с вами почитать учебник, правда? А посмотрите, пожалуйста, на нашем неклассном занятии вот в Русском музее. Что, вы видите предметы, которые сплетены? Покажите вот в ту сторону, где находятся. Так, ну лапти, да? Лапти из чего делали? Из коры? Из лыка. Угу. А теперь мы переходим в следующий учебник. Итак, мы сказали, что ремесла развивались, а в связи с ремеслами появлялись предметы быта. Какие предметы быта, мы тоже с вами уже рассмотрели. Итак, ребята, мы сейчас вышли опять в учебники, и я предлагаю вам рассмотреть теперь художественные тексты, которые мы изучали с вами аж во втором классе. В разделе устного народного творчества мы с вами найдем тему сказки. В сказках я попрошу вас открыть вот эту вкладочку почаще. Смотрите, пожалуйста, вот на экранчик, да? Сказка. Эта сказка... Вот если вы начнете читать начало, может быть, скажете, какая это сказка? Помните? Ну, Ксюш? Гуси-лебеди. Гуси-лебеди, да, это гуси-лебеди, да, сказка? Так, я попрошу вас, знаете, сейчас что сделать? Закрыть пока, нажали на крестик, и перешли в учебник печатную версию. И найдите, пожалуйста, страницу номер 50. Мы попробуем здесь посмотреть, почитать сказку, да, ту, которую нам сейчас нужна. Страница 50. Бегунком. Получается у вас? Так, хорошо. Нашли? Страница 50. Ребят, найдите, пожалуйста, слова, вот с тех слов, что в избушке старая баба-яга. Давайте попробуем прочитать, то кто очень-очень выразительно нам попробует прочитать. Ну, давай, Настя. В избушке старая баба-яга придет кудель, а на лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку,
Здравствуй, бабушка. Здравствуй, девица. Зачем на глаза явилась? Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться. Садись, покуда кудель прясть. Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Спасибо, Настя. Ребят, мы прочитали маленький совершенно отрывок в этой сказке, но обратите внимание, уже здесь мы видим два термина, которые нам совершенно не знакомы были, правда, в те времена. Нам сейчас с вами, может быть, это и известно, но когда вы были поменьше 2 года назад, то вам это было сложно. Давайте вернемся с вами в электронную версию учебника, войдем в словарь и поищем объяснение этих слов. Вика. Кудель, очищенное от костры волокно льна, конопли или шерсть, приготовленные для придения. Кудель получается после очистки волокнистых отходов, смеси перепутанных волокон и костры. Угу. Спасибо. И вы видите иллюстрации, которые вам очень наглядно покажут, да, то, как это все выглядит. Я прошу для этого открыть учебник. Итак, коллеги, мы просмотрели с вами фрагмент внеклассного мероприятия «Создание электронной книги. Предметы русского быта». Внеклассное мероприятие, обучающиеся 4 класса. Они являются хранителями этого музея, а также проводят экскурсии по музею. И вот конкретно, если мы поговорим с вами взятого отрывка из мероприятия, да, какие преимущества от электронного формы учебника мы с вами увидели? Во-первых, посмотрите, ребята работали и по учебнику «Окружающий мир», и по учебнику литературного чтения, и им не понадобилось для этого все два, да, чтобы учебника лежали на парте, а вот как раз-таки электронная форма, посмотрите, как быстро, да, ребята быстро переключились, быстренько нашли и литературное чтение, нашли информацию, прочитали отрывок из сказки и даже заглянули в словарь, нашли объяснение непонятным когда-то словам. Еще я предлагаю вам, коллеги, посмотреть следующий отрывок из этого мероприятия, который демонстрирует как раз-таки технологию изготовления книги «Предметы русского быта». Ребят, есть еще один очень интересный способ подачи информации, который сегодня я вам предлагаю тоже освоить. И это называется букритер. Для этого мы выходим на рабочий стол и открываем программу, которая выглядит вот этим значком букритер. Упс. Так, вот такая. У меня уже немножечко маленькая заготовочка есть. И в этой программе мы можем создать очень интересную книгу. Книгу я предлагаю сегодня создавать по страничке. Предлагаю вам разделиться на 3 команды, и каждая команда будет говорить и рассказывать о своем одном экспонате, который вы выберете. Я для этого предлагаю вам вспомнить фрагменты рассказа в стихах из наших экскурсий. Можете сейчас уже разделиться по командам? Ну давайте, выбирайте. Возьмите один планшет. Вообще просто разделите пока, пожалуйста, по командам. Так. Присаживайтесь там, где вам будет удобно. Команда. Вам удобно, ребята? Один планшет я прошу оставить около команды, а 2 других планшета пока отложить в сторону.
Я вас попрошу одну страничку создать коллективно, а когда вы освоите эту технологию, то вы сможете каждый создать свою книгу хоть из скольких захотите страниц и про сколько угодно предметов. Ребят, да, Доминик, что ты еще хотел сказать? Спасибо. Так, ребят, здесь можно, вы видите, в книгу поместить и фотоальбомы, и видео, и что-то написать от руки. Можно добавить текст, добавить звук. Это очень интересно. Ребят, я вам предлагаю ответить мне еще на один вопрос. Смотрите, обложечка, Нарочка, обложечка у нас готова. А вот что бы мы поместили на следующей странице, чтобы рассказать о предмете быта? Назовите мне, пожалуйста, вот что нужно поместить на страничку, чтобы был понятен рассказ о предмете быта. Что? Первое, что мы должны поместить, Доминик? Мы должны поместить некоторые предметы. Так, во-первых, фотографию предмета. Так, а где вы возьмете фотографию? Во всем музее. Найдете музей. Фотографию, сделайте фотографию в музее. Хорошо. Еще, но самое начало, что вы сделаете сам вверху? Что вы напишете, Ваня? Название экспоната. Название экспоната, конечно. Название экспоната. Что вы еще можете вставить? Посмотрите, пожалуйста, еще раз нажимаем на крестик. И на следующей страничке что вы можете вывести? Для того, чтобы вам было уже прям понятно, посмотрите, что я вам придумала. Посмотрите в верхнем левом углу название. Вы найдете определение словаря. А где определение вы найдете словаря? В учебнике, да, вернетесь? В учебник, конечно, скопируйте, сюда вставите. Так, вы найдете картинку в учебнике, вы можете вставить видеозапись или аудиозапись и фото экспонатов музея. Вот этот образец я вам предлагаю сейчас, я оставляю его на экране, а вам предлагаю поработать по группам и создать свою страничку электронной книги. Пожалуйста, приступайте к работе. Создаем электронную книгу. Так, ну давайте посмотрим, что у нас получается. Можно использовать, можно просто скопировать ставить, только пилот. Так, и потом шипить. Мы ставили вам текст, надо выделить сначала. Вернуться к учебнику, скопировать. Крепежник, чтобы все распределить, тогда закрепить, потому что захочется. Убирайте, сначала уберите, закройте, да? Так, копируйте. Я просто собираю так. Ничего. А вы закрепили? Итак, коллеги, сейчас вы увидели процесс изготовления электронной книги «Предметы русского быта». И, конечно, цель, вот для чего возникла вот актуальность этой книги и вообще вот цель, зачем понадобилось детям изготавливать эту книгу, потому как не всегда ребята могут провести экскурсии в музее. Когда уроки, например, идут, если в это время музей посетят гости, то они могут посмотреть электронную книгу «Предметы русского быта». То есть это еще один способ подачи информации. И предлагаю посмотреть еще один ролик. Что получилось? Ну что, друзья, послушаем, что у нас получилось. Да. Спасибо. Предметы русского быта. Это рукомойник. Рукомойник – небольшой висячий умывальник. Перед печкой рукомой, руки, лицо умой.
У печи висел он полон свежей ключевой водой. Девочки, что использовали вы, какие материалы использовали вы для того, чтобы создать страничку вашей книги? Ну, Ксюш, давайте. Мы использовали словарь. А словарь откуда брали? Из учебников. Так, еще что? Видео и фотография. Фото, да. Так, фотографию где вы брали? Из галереи, сами из фотографировали. Из галереи иллюстрацию брали, да? Да, и из, сами фотографировали. Из учебника, так. А сами фотографировали предмет быта? Да. Тот, который находится у нас в музее. Да. Ну что, спасибо, молодцы. Вам понравилось, ребят, как вы? Наверное, поаплодировать можно. Давайте уж немножко поаплодируем. Спасибо большое. Следующая команда, ребята. Мы использовали для создания, ну, можно сказать, мини-книжки, так? Так. Мы поменяли цветы экрана, сделали фотографии. Мы еще смогли сделать видео со звуком. Вот мы объяснили, что такое веретено. Так. Из словаря, с учебника. Вот подписали тут фотографию. Показали, как веретено выглядит в реальной жизни. Так. Ну, как-то все. Угу. Так, ну что-нибудь расскажете, стихотворение ваше расскажете, да? Да. Ну, пожалуйста. Уголочек у оконца, здесь с него смотрелось солнце. Вышивала тут девица, рукоделие мастерица. Зимним вечером девицы собирались во светлице. Пряжу пряли, песни пели и в окошечко глядели. Прялки мерно так жужжали, стариков в сон погружали. И вот что у нас получилось заснять. Спасибо. Сейчас большое. Звук сделаю. Не надо? Ну, в книге в электронной обязательно звук, да, обязательно все слышно будет. Ребят, мне кажется, вот есть вопросы к ребятам? Все понятно, да, на экране? Вам понравилась эта презентация? Спасибо большое. Я что? Спасибо. Так, так, хорошо. Так. Ну что, друзья, послушаем, что у нас... Итак, коллеги, вот сейчас мы увидели результат деятельности, что получилось в итоге у детей, да, это странички книги. Соответственно, затем эти странички, пока только две странички, но, значит, этот проект продолжается, и ребята будут пополнять страницы электронной книги. Страницы электронной книги можно увидеть на сайте непосредственно самой школы, то есть провести, посетить виртуально этот музей, посмотреть, полистать страницы книги. Также, уважаемые коллеги, если вы заинтересовались, вот это мероприятие, внеклассное мероприятие в полном полную версию вы можете посмотреть на сайте издательства во вкладке «Открытый урок с просвещением». И немного хочу сейчас сказать о внеурочной деятельности. Обратите ваше внимание на книгу «Это методический конструктор». Автором этой книги является Григорьев Дмитрий Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент, Павел Валентинович Степанов. Книга содержит методические рекомендации по организации внеурочной деятельности школьников. Используя методический конструктор, вы сможете самостоятельно разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с учетом имеющихся в вашем распоряжении ресурсов, желаемых результатов, специфики образовательного учреждения.
Содержание методического конструктора я не буду сейчас читать, это остается все на слайде, вы можете скачать и самостоятельно ознакомиться. И еще дополнительные пособия представлены также на слайде, которые помогут организовать неурочную деятельность в соответствии с направлениями. И, уважаемые коллеги, завершить нашу встречу мне бы хотелось следующим. Конечно, сегодня в современном образовании учитель – это организатор учебной деятельности. И целесообразность, эффективность и безопасность использования электронных форм учебников на уроке и во внеурочной деятельности зависит, конечно, только от нас. Итак, коллеги, вот сегодня увидели несколько форм, несколько приемов использования электронной формы учебника. Я думаю, что все ваши впечатления я увижу, когда мне пришлют отчет о сегодняшнем мероприятии. Но прежде всего хочется поблагодарить вас за то, что вы нашли время и смогли все-таки присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Если какие-то вопросы есть, попробую ответить. Ну вот вопросы участника. Здравствуйте, где можно приобрести рекомендуемые книги? Я думаю, что в каждом регионе есть представительства книжные. Вы можете непосредственно у них, либо на электронном зайти опять-таки к нам на сайт издательства. И мы сотрудничаем с интернет-магазинами «Озон» или «Лабиринт». И таким образом приобрести необходимые вам пособия. Всего один вопрос. Ну что ж, коллеги. Спасибо всем вам за участие, а всего доброго, до новых встреч!